Буквально полчаса назад в Минске озвучили приговор бывшему директору хоккейного клуба «Динамо». Максим Субботкин признан виновным. Наказание – 5 лет лишения свободы. Напомню, функционер обвинялся в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. А именно, ущерб в особо крупном размере и завладение деньгами клуба. Субботкин возместил крупную сумму – 230 тысяч деноминированных рублей, но в помиловании ему было отказано. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначить Субботкину Максиму Владимировичу наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с конфискацией имущества. Приговор суда вступит в законную силу в течение 10 суток. Обжаловать вердикт сторона защиты сможет после того, как получит на руки копию постановления суда.